Приветище! Это Бомбила. Да, кто не знал, в этой игре у меня ник Бомбила. Дерзкий. Мы продолжаем творить всякую фигню воровскую. Вот. И у нас сейчас очень интересное задание. Короче, Винни нам дал задание отключить тренировочную сигнализацию дома. Вот она, это у нас тренировочная сигнализация лежит. Давай попробуем. Ух, ёшки-матрёшки, сколько здесь проводков. И чё мне делать? Как быть? Так, режьте только те провода, которые соединены с аккумулятором. Если вы выберете не тот провод, полиция будет автоматически оповещена о взломе. О, черт подери. Вот это вот аккумулятор, да? Значит, режем. А как порезать? Подожди. Я не вижу, а как отрезать? А, я щипцы не купил. Так, ладно, поехали в магаз за щипчиками. Такое ощущение, что я не сигналку отключаю, а обезвреживаю какую-то бомбу. Щипчики. Ножнички, как они там называются? Нифига себе, очки ночного видения есть. 4 царя стоят, я их могу купить, но нафига они мне сдались? Чё, серьезно, что ли, здесь нет щипчиков? Ручками нужно выдирать. Ладно, пойдем ручками будем выдирать. Чё делать-то еще? Мне, в принципе, не привыкать, люблю по... О, ты посмотри, расцветка постоянно меняется, ну-ка. Да что это за шайтан машина? Я постоянно вижу разные цвета проводов, и, по-моему, их с каждым разом все больше и больше. Чур меня, бесы, извините из этой маленькой шкатулки. Как же ее выдрать-то? Так, выдрать аккумулятор я вот вижу, но мышкой нифига не получается. Ладно, давай попробуем открутить здесь винтики и шпинтики. Например, о, точно, смотри, их откручивать здесь надо, значит у нас так. Вот синий провод идет, смотрим, смотрим, смотрим. Вот здесь, откручиваем. Ништяк, правильно открутил. Вот этот желтый вот так загибается, откручиваем, ага. И вот этот провод. Сигналка отключена! Винни, тебе понадобится скрытая камера, купи себе одну. Да, ваш пебезбе, у меня уже одна была, я ее, правда, профукал. Она настолько маленькая, что я ее даже не увидел на почтовом ящике. Поэтому мне придется купить еще одну. 700 баксов, одна камера, это же капец, сколько бабосиков. Так, что скажешь? Нам нужно, чтобы ты установил камеру. Иди в 206 и установи ее в гостиной. Вопросов не задавай. Ну ладно, чё, я обычно никогда вопрос не задавал. Эх, в 200... Подожди, в 200 какой? 206? Это мы сейчас с тобой на Рублевочку едем. Богачей сейчас будем бомбить. Значит, на улицу Ричи Р. Богачи, бомбили здесь. Ю-ху-ху. Так, что нам здесь надо сделать? 201, вот он, вот он, вот он. Чуть не проскочили и не сбили пешехода. Так, отъезжаем назад. Вот здесь вот припаркуемся сейчас. Только не в дерево, тихо! Слепошарый, блин, у меня персонаж. Вот так вот, к мусорке. Надеюсь, бомжи не сопрут мою тачку. Закрываем дверцу аккуратненько. Как элитную, шикарную Ламборгини. Ага, все. И устанавливаем камеру. Значит, вот здесь вот, да? Да, установить микрокамеру на почтовый ящик. Смотри, значит. Тихонечко устанавливаем. Вот так вот. Камеру мы поставили. Шикарно. Только я камеру вот до сих пор не могу понять, куда я ее устанавливаю так, что ее не видно. Она же похожа на экшн-камеру, такую типа как GoPro. Всякую такую лободу. Твою ж дивизию. Я камеру не туда установил. На кой черт ее в почтовый ящик затолкал? Мне ее в гостиной надо было поставить. О-о-о. Поехали, короче, за новой камерой. Еще 700 баксов потратить надо. Вот же ж у меня в башке желе, а. Ну чё вот... Бомбило сегодня не бомбит. Микрокамера. Вот она. Весь прикол, что из почтового ящика я ее достать уже не могу. Это что за дискриминация? Просто 700 баксов в почтовый ящик запихал. Значит так, я не собираюсь ходить вот через эти ворота. Здесь куча-куча всяких любопытных богачей ходит. Мы сделаем по-другому. Я паркурщик. Эть, давай, рухлить, ну прыгай, коленочки-то подогни, да что ж такое-то, паркурщик на пенсии какой-то. Эть. Да ё-моё, ты что не можешь на багажник, ой, на бампер запрыгнуть, и, точнее на капот, все подобрал, забрал, эть, ущербный кусок бомбилы. Ну давай, офигеть можно, я не могу реально запрыгнуть на тачку свою. Так, сделал себе расстояние для разбега. На старт, внимание, фри, да ёп. Японский ты городовой, да что ж это такое-то? Да. Есть, я запрыгнул, получилось. Офигеть. Так, теперь нужно в гостиную пробраться. Вот это мастерский подход, вот это я понимаю, новый уровень бомбилы.
Так, здесь решетки стоят. Черт подери, придется использовать стеклорез или болгарочку, чтобы спилить решетки. Ладно, давай попробуем. Через парадный вход не хочу заходить. Режем стекло. Есть! Дрень готова. Открываем окошечко. Залазим. А что здесь у нас за веревочка, интересно? А, это шторки подвязали. Ноутбук, конечно же, возьмем. Принтер. Я его не утащу, он слишком большой, а я такой дрищавый. Я его не утащу. Яблочки перекусить можно, но я, конечно же, не ем. Да чё это со мной, я ж не пожрать сюда пришел, ёкарный. Так, телевизор. Xbox. Отлично, Xbox надо с собой забрать. Джойстики тоже, как же я буду играть. Вот так вот. Телек тоже по-хорошему надо стащить, у меня его дома нет. Но, боюсь, я его не вытащу сейчас через окно. Там, по-моему, его взять. Японский городовой, здравствуйте, я ваша горничная. Можно я где-нибудь здесь приберусь? Так вот, под кроваткой надо прибраться, тут пыли много. Прячься, давай. Слава богу, что у них есть кровати. Да о чем я вообще говорю, они же богачи, у них, конечно же, есть кровати. Да-да, я здесь. Да-да. Привет, ты куда, дядя? Ну не уходи, дядя. Ой, дядя полицейский убежал. О, нет, возвращается. А, нет, убежал, все. Все, с концами, да? В туалет зашел. Ну, конечно, на дорожку. О-о-о. Все, давай, пакета. Да что ты возвращаешься? Забыл что-то? А, наверное, пальчики забыл забрать. Да, точно, на кухню убежит. А, нет, там нет кухни. Просто так, наверное, забежал. Ой, все, дядя коп убежал. А хочешь, я тебе еще один прикол расскажу? Прикол заключается в том, что я не в том доме нафиг нахожусь. Я только сейчас на это обратил внимание. Какой же... У меня реально сегодня желе в мозгу. Как я так вообще сегодня начал свой рабочий день? Вот он, 206-й дом. Нифига себе, вот этот дом. По сравнению с теми, ты какая-то, я не знаю, вилла целая. Так, ладно. Попробуем тем же методом. Обежаем дерево, где они сейчас... О, тетя, здорово, ты на работу уходишь, да? Сопровождаем тетечку. Интересно, куда она идет? Мадам, вы все сделали дела на своем заднем дворике? А, нет, она еще присела пердулю погреть. Ладно. Тогда вот так вот. Сейчас. Да, я думаю, здесь самое оптимальное место, да? Где можно залезть. Ну что ж, испробуем мои новые навыки балеронства. Опа, есть, первого раза, смотри-ка, вот это я мастер. На крышу, конечно, не получилось забраться. Так, гостиная, где у нас гостиная? Гостиная. Может быть здесь? Вау, блинский, блин, чуть не спалился. Нифига себе, он так повернулся. Сейчас мы аккуратненько сейчас его пометим. Вау, он прям сюда палит. Здорово, дядя. Здорово, есть, пометил. Отлично. Жалко, что он там сидит. Мне туда как раз надо пробраться. Так, попробуем обойти все это дело. Что это у нас здесь? Туалет? Нет. О, камера что ли висит? О, блин. У них сигналка на окна стоит. Да что ж мне так не портит? Тетка! Спаси меня! Короче, я понял. Быдло стайл здесь не прокатит. Придется прибегнуть к серому веществу и подумать, как в это здание пробраться. 2 часа ночи. Мы выспались. А вот хозяева только ложатся спать. Открываем дверь. Камера, кстати, двигается. Ясно. Обходим. Попробуем заехать на участок, может быть. Как открыть нам ворота? Шим-шим, откройте! Нет, волшебные слова не помогут. Кнопочек здесь тоже нету, поэтому сюда мы не проедем. Видимо, ворота открываются с пульта. Значит, поперли. Как? Где? Здесь что, тоже камера? Где эта камера? Твою ж налево, здесь тоже камера. 2 камеры. Фриз! О, чувак, да у тебя еще и пукалка есть, да? О, капец. Блокбастер можно снимать. Заходим. Ворота закроем. Где там еще одна камера? Вон она. Сейчас мы ее пометим. Вот так, отлично. Значит, обходим все это дело вот так. Нас не запалили. Меня интересует вопрос, как пробраться домой. Потому что если я буду работать стеклорезом,
Блин, они еще и ночью закрылись. Короче, если я буду стеклорезом работать, меня спалят. Ночью пробраться через окно все равно не получится, потому что там стоят жалюзи защитные. Тогда попробуем через входную дверь. КПК-хакер. Фартовый день, да? Я прям балдею с него. Оказывается, я еще и КПК этот не купил. Где этот КПК? Имитация ключей машины, не тот ноутбук хакера, во. Это, а во, КПК-хакер, вот он. 14 тысяч стоит. Блин, ну я такими методами себе на фургон не накоплю. Ладно, пофиг, покупаем. Давай, доставай своих широких штанишках КПК этот. Так. Ох, поиграем, значит, в Тетрис. Так. По-моему, я это мастерски умел делать. Умел. Но забыл, как это делается. Аллилуйя, нифига себе, полгода не прошло, уже рассвет, и пока я разгадал этот электронный код. Заходим. Надо установить микрокамеру. Только куды? Чтобы не спалиться, блин. Вроде дома никого, отлично, вот сюда можно микрокамеру воткнуть. Лепим. Ты ее видишь? Вон она стоит, какая масипучка, смотри-ка. Вон она. Теперь я ее вижу. Теперь-то я заметил. Так, а за 8 баксов. Я могу здесь что-нибудь стырить? Телек слишком большой. Ладно, короче, надо валить. А то сейчас хозяева проснутся и попалят меня. И так слишком много времени затратил на то, чтобы сюда пробраться. PlayStation. Ладно, плойку заберу. Плойку, джойстики. Так, я здесь видел ноутбук, по-моему. Ноутбук заберу. Ладно, пофиг, телек свистну. Все равно через парадку зашел. Выходим отсюда спокойненько. Спокойненько вот так вот. Обходим камеры. Долбаный телек, я из-за него нифига не вижу справа. Это-то-то-то. Черт. Подери, чуть не спалили. Чуть не спалили. Так, поползли дальше. Воу, камера светит. Обходим. Вот так, вот так. Открываем багажничек быстренько. Открывайся же. Фу, все. Дело сделано. Ага, приехал домой поспать. Пора забирать нашу камеру. Сходи за ней и возвращайся. Это необходимо, чтобы закончить дело. Да ты издеваешься, я только поспать приехал. Ну, как я же ненавижу работать на каких-то там этих винни-пухов. Ладно, поехали, короче. Переключатель ворот для машины. Нажмем. Вас услышали. Черт подери. Мне кажется, или я сюда могу заехать на машине? Точно? Че, пойдем за тачкой? Сейчас сюда заедем. Спокойненько так заедем. Припаркуемся, че у нас тут тачка стоит вон? А так? Тачка стоит в неположенном месте, а мы сейчас так. Ну давай, переходи уж быстрее. Вот так вот. Заезжаем как к себе домой. Хозяева, главное, чтобы нас не спалили. Оп-оп-оп, смотри. Камеры. Ну ладно, смотри, что мы сделаем. Мы делаем вот так вот. Опа-па-ра-па-па-па-па. Пим-пим-пим. Ворота закрываем. Тут все закрываем. Кажется, кто-то бежит. Интересно, он что-то мне сделает, нет? Нет, он мне не сделал. Да, бабло. Все, тихо. Он успокоился. Теперь ищем кроватку. Кроватку. Там у нас туалет. Фриз! Да блин, а! Кто ж мог подумать, что вы сзади подкрадетесь? Вот вы! Хозяюшка сидит вон там. Мы сейчас быстренько заберем камеру. Давай, цепляй ее. Отличненько. Валим. Нас здесь нет. Нас никто не запалил. Кстати, вот эта ваза такая огромная. Давай ее свистнем. Ух ты ж, нифига себе, я ее реально свистнуть могу. Прям всю. Ладно, потащили ее. Вот это прикольно. Так, чё, бежим? Бежим. Тихонечко. Вот так. Так уж. О, выкинь вазу, нас, кажется, палят. Да что ж такое-то?
Кто там палит? Вон там вот кто-то ходит. Ой, да их там двое. Короче, надо валить отсюда. Да куда? Все. Это капец. Самый фартовый день в моей жизни. Давай, поехали, быстрее разворачивай корыто, да пофиг на пешеходников. Ух, камеру забрал, и ладно, все, валим. Там дорогу перекрыли. Поворачиваем налево, едем через кусты. Ой, столбик мощный какой-то, не сбился. Так, в лес, к белкам, скорее, они нас прикроют. Да, вот так вот работает бомбила. Никакой скрытности и воровской рейтинг F, типа фуфло. Да, вот это мощь. Вот это я понимаю. Заходим, значит, мы с тобой на Black Bay. Это черный рынок, грубо говоря, по-нашему в интернете. И продаем микрокамеру с записью. Мне даже интересно, что на этой камере там запечатлелось. Все, дело мы сделали. Винни, заиметь хорошую тачку, сначала нужно отключить сигнализацию. Воу, Винни, неужели мы сейчас будем тащить тачку? Мне надо 2 очка навыка, чтобы прокачать угон уровень 2. Дайте мне какую-нибудь работенку, что у нас по работе есть, дайте работу. Улица Рич, ух ты ж, сколько бабла тут дают, вот это я понимаю. Разбейте садового гнома, огонь мище. Разбейте старые часы в коридоре, возьмем, уничтожьте или украдите картину львица. Разбейте садового гнома, еще разок. Разбейте старые часы в коридоре. Да что такое? Такое ощущение, что это бабуля в газете объявление написала. 201 дом. Вот он, вот он, а вон и гномики. Как же меня бесят эти камеры, а? Метим. 2 камеры я вижу. Еще одна здесь есть. Еще кажется, что здесь 3 камеры. Это будет вообще роскошно. Все, вроде 2. Только 2 вижу. Ну проходи ты быстрее. Фу, какой у тебя грязный пупок. Давай, давай. Горбатый, проходи быстрее. Не мешай работать. Здравствуйте, здравствуйте, мадам. Свалились из дома, отлично. Мне же проще. Фух. Успел отойти от ворот. Все, ништяк, заходим. Берем ломик. Вот так вот. Крут, мы внутри. Сейчас мы первого гномика оттарабаним. Ломом. Вот так. Че, одного только надо было сломать? Ну да ладно, мы и второго тоже ломанем. Все. Все по-тихому, по-тихому отсюда чешем. Задание выполнено. Иду я отсюда, залезанный. 202 дом. Как же туда залезть-то? Какой забор высоченный. Вот это особняк. Жесть, тут даже КПП охраны есть. Ага, я нашел уязвимое место, смотри-ка. Здесь мы можем при помощи наших перчаток скалолазания взобраться по стеночке. Где у нас скалолазка? Ну, полезли. Забираемся. Вижу камеру, отмечаем. Еще одну камеру вижу вон там вдалеке. Бинокль. Отмечаем. Еще камера есть? Нет, вроде бы больше нет. По крайней мере, я не вижу. Тихонечко, тихонечко. Где здесь гномы? Мне нужны гномы. Я только за гномами пришел. На посту никого нет. Шикардос. Быстренько бежим сюда. Ты посмотри, где здесь... Не понял. Вот черт, а. Отмычку-то я не брал с собой простую. Ладно, побежали за отмычкой. Твою ж. А как обратно-то? Здесь-то нет на что взобраться, перебраться. Черт. Ну-ка, пойдем в КПП зайдем. Может, мы ворота сможем открыть? Здесь есть пульт какой-нибудь? Не. Вот так вот. Прикол будет, если сейчас сигналка сработает. Это вообще. Залазим. Так. Точно, ворота можно открыть. Огонь! Быстро. Выходим за перчатосами. Ништяк. Ворота открыли. Вот это я понимаю. Но боюсь, если мы заедем туда на машине. Но мы сейчас это, конечно же, попробуем. Но боюсь, если мы заедем, нас повяжут. Но кто не рискует, тот. Да. Смачненько я
Заехал на камень, и теперь прикол в том, что я не могу выехать. Это просто... Что за жизнь такая, а? Да... И как мне ее толкануть, что ли? Давай, тачка. Ну, слети с камня. Ну, чё вот мне теперь делать? Есть! Съехал с камня. Отлично. Успех. Заезжаем в наш шикарнейший 202 дом. Тихонечко. Бесшумно. Ну, как бесшумно. Движок работает, конечно. Вот так вот заезжи. Да, так просто не прокатит. Я понял. Ладно. По полной тогда. Охрана! Ой. Нифига себе, я на тебя наехал. Фу, ты видел? Нифига себе, мощный охранник. Это ж терминатор какой-то, он тачку перевернул. Дубль 2. Мы добрались до этого гнезда, где прячутся гномы. Сейчас вскроем его. И достанем гномиков. Здорово, гном, можно я к вам зайду? Мы с вами потусим. А чего у вас там в коробочках? А, их нельзя открыть. Гномы, короче... Это вам привет от соседних гномов. Так, с гномами мы разобрались. Осталось разбить старые часы в коридоре. Как бы нам обойти охрану? Вон охранник, я увидел. А там камера еще. Метим камеру. Жесткие львы. Так, охранник убежал. Быстрее за ним. Выглядываем. Фух, успел. Все, он поднялся наверх. Пошли-ка проследим за ним. Хотя нам не совсем проследить нужно. Сколько... Давай запрыгивай, да что ж такое-то? Ну запрыгни ты, инвалида куска! Фух, чуть не спалились. Это просто капец. Как можно быть таким пенсионером? Есть, короче, предложение обижать этот дом. Давай посмотрим, что наверху есть. Может, здесь где-то тоже можно пробраться? Я не знаю. Или на тачке сюда заехать, перепрыгнуть этот забор. Самый оптимальный вариант, между прочим. Вот так вот. Здесь-то мы и встанем. Есть. Есть. Я запрыгнул на нее наконец-то. Так. Теперь... Твою ж косую крышу. Машина, ну что за дела? Что за подстава? Ладно. Подопремся, так сказать. Вот так, прям в стенку въехал. Надеюсь, в этот раз... О, с первого раза залез. Ну? Там это охранник был, ты видел? Вот же ж. Отметил я эту злополучную камеру. Оббегаем дом. Басик. Вот это я понимаю жизнь. Отметим охранника. Здесь больше камер, надеюсь. Вон еще одна камера. Да ты посмотри, сколько здесь камер. Это какой-то очень солидный дом. Здесь явно куча всего есть. Так. Как бы нам туда пробраться? Так, охранник вон в том углу. Бежим быстро. Быстро-быстро на второй этаж. Надеюсь, здесь нет камер. Фух. Мы практически в доме. Открываем окошечко. Давай. Сигналки нет. Это просто чума. Залазим. Тут уже бабосики на столе лежат. 150 баксов. Забираем. И... Надо найти... Ух ты, сколько здесь сейфов. Так, надо бы их ломануть. Ништяк, открываем. Какие-то дорогие часы. Заберем. Ожерелье заберем. Твою ж. Кажется, нас услышал хозяин или охранник. Ладно. Смотрим, что в этом сейфе. Это что за планшет такой? Какой-то прям роскошный. Забираем. Выключаем свет. Охранник у нас на первом этаже. Надо бы отсюда выбираться. Так, а вот это что это такое? Это шторка какая-то или это потайная какая-то штука? Непонятно, что это такое. Ладно, все. Валим отсюда. Уходим. О, это же сигналка, по-моему, панель управления камер. Давай-ка мы ее отключим. Так, значит, вот этот вот синенький отрубаем. Красненький идет вниз, отрубаем.
Чё-то не то отрубил. Мама! Мама! Где часы? Быстро, 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 быстро ищем часы. Надо не напороться только на охрану. Ну ладно, бежим в комнату. Бежим в комнату, прячемся под кровать. Здесь нельзя спрятаться. А здесь можно. Фух, успел. Охранник бежит. Охрана по всему дому шарит, ищет меня. Такое количество человек меня еще никогда в жизни не искало. Вот это я лоханулся, конечно, с камерой и сигнализацией. Так, еще и коп присоединился. Ну, а прикинь, если бы я бомбу обезврежил. Боюсь, что кишочки мои где-нибудь летали бы уже по небесам. Что там охранники вдвоем делают? Ты посмотри, они что там, пляшут что ли? Так, исчезли. Все, напряг спал. Вылазим. Так, значит. Вижу синенький проводок, запутанный вот так вот, вот так вот. Вот это отключаем. Красненький проводок, вот он. И синенький вот так вот идет, идет, идет. Вот он. Все. Есть. Камеры отключили. А это у нас сигналка. На-на-на-на-на-на. Быстрее, 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 быстрее. Давай, соображай. Так, это сюда, это сюда. Это вот так. Это вот так. Это вот так. Есть. Сигналку полностью в доме отрубили. Вау. Чуть не спалились. Ку-ку. Здрасте. Нам надо на первый этаж пробраться. Каким-то макаром, каким-то чудом. А можно я просто вот эти часы сломаю и все? Так, пойдем. Проверим, охранник ушел или нет. Вроде свалил. Единственный минус это то, что... Блин! Охранник вот здесь. Мы зайдем вот сюда. Что у нас? Отличная комната. Забираем. Мышку в 25 баксов нет, не хочу. Консоль забираем. Что у нас тут в тумбочках? Пусто. Неинтересно. Все, отсюда можно, в принципе, валить. И мы бежим в следующую комнату. Так вот, так вот, так вот, аккуратненько здесь. Что у нас здесь есть? Ух ты, сколько... Еще одна PlayStation, сколько телевизоров. Это выход у нас на лоджию. Так, это что такое статуя? Я ее могу свизнуть. Нафига мне статуя? Нет, я ее не буду брать. Выкинь статую. Вот так вот. Нам нужно найти часы. Наша миссия заключается в часах. О, здесь камера. Камеру отметил. Хорошо, что... Блин, да там их несколько. Смотри, вон еще одна камера. Офигеть. Они здесь по кругу. Чтоб меня. Охранник вроде бы ушел. Можно спуститься. Попробовать свои силы оббежать камеру. Камера. Я не вижу, куда камера светит. Почему я не вижу? Я же их отключил. Вот я дубина. Ой, как можно было так спалиться нелепо? Так, охранник свалил. Бежим вниз быстренько, 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 быстренько. Часики, где вы? Вот они, часики. Бьем и быстро поднимаемся на второй этаж. Вот так вот. Фух. О, нифига себе, сейф в коридоре. Вот это дела. Рядышком с ванной. Что же там интересно хранят? Туалетную бумагу, что ли? Давай откроем, посмотрим. Сейчас разберемся. Сим-сим. Что там, что там, что там? О, сколько часов, ты только глянь. Вот это роскошь. И бабочки забираем. Ну что? Все, отсюда надо валить. Да. Откуда я пришел, уже там не выбраться обратно. Придется искать новый путь отхода. Вот это дела. Тут еще куча охранников ходит. Чтоб их... Че, может прыжком? Блин, не могу. Штанины, походу, цепляются. Вот, блин. Ладненько. Спокуха. Главное, спокойствие. Идем, 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 идем. Блин, а как здесь? Как здесь? Как здесь? Нас сейчас спалят. Не-не-не-не-не. Фух. Я думал, я вон смогу вон туда как-то пробраться. Нет, не смогу. И как мне обойти охранника? Скажите мне, пожалуйста. Я понял, как обойти охранника. Погнали.
Погнали тихонечко, тихонечко, вот так вот. Главное, чтобы он нас не услышал. Вот так вот. Вот как это делается. О-о-о, фух. Получилось. Тык. Ништяк. Мы практически отсюда свалили. Осталось только ворота открыть. И сесть в свою тачку. Открываем ворота. Фух, сколько нервов здесь потрачено. Это была жесткая. Жесткая домина. 202. Да чтоб ты в аду горела, блин. Здесь столько охраны, столько камер. А где, кстати, моя машина? А, точно. Вот она, моя ласточка. О-о-о-о. Все на перфект. Эсочка, 5 звезд, все как положено. Вот это я мастерски все сделал. Сейчас попробуем продать картину на Black Bay. Золотые часы, которые я свизнул из того дома. 4000 баксов. Продаем. Часы и золото, и серебра. Ух ты. Продаем. Удачненько, слушай, в дом залез. Продаем. 47 баксов. Ой, 47 тысяч баксов. А этот фургончик 35 тысяч стоит. Мы можем его купить. Давай же это сделаем. О, да, фургонище мой. Вот это по кайфу, вот это вообще. Садимся. Так, заводим. О, да, поехали на Ричи. Смотрите, богачи, и завидуйте. Блин, какой же он мощный, он так прет прям. А ну-ка, дрифтанем, дрифтанем. Как-то, о-о-о, какой дрифт. Какой разворот, как полицейский прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то я слишком разошелся. Ну вот, уже тачку повел. Блин. Ру-дон-дон. Дон-дон-дон-дон-дон. Какой суровый чел. О, у меня теперь дома, смотри, две тачки стоит. Я могу и на этой поехать куда-нибудь. О, вот это я понимаю. Ну ты посмотри, какой багажник. О-о-о. Да я тут спать могу теперь. Ох, да. Так, кстати, что у нас по навыкам? Сколько у меня там очков? 4! 4 навыка! Я уже могу прокачать вот эту вот штуку. Изучить. Это то, что мне нужно было. И Винни здесь как здесь. В 201-м стоит машина. А в ней кое-что наше. Привези мне это. Что там у нас за подсказочка? Обход сигнализации машины. На некоторых машинах со стандартным замком установлена сигнализация. От нее нужно избавиться. Чтобы сделать это, вам нужно лечь перед машиной и удалить источник питания сигнализации. О, нифига себе, какая заморочка. Но это все ты увидишь уже в следующей серии, как мы будем таскать и угонять крутые машины с сигнализацией. Вот. Если тебе понравилось, то есть тебе лайкосик, комментосик под видосик, а также подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Все, чаво, какао, увидимся в новом видео.